I'm alive. Waking up, feeling the taste of our fight last night. Breaking up, making a mess of an all good life. And now that you're gone, I'm thinking about old times. I've waited so long for this to be over. And now that I'm free from all the chains you've kept me in, I'll be okay. Now that I've found Главун, ты кушаешь, нет? Давай, ау. Да я здесь, я рядом. Что ты ко мне хочешь? Это волшебная кашка. Там есть сироп и масло, и очень вкусная. Это, кажется, самая вкусная кашка, которую я приготовила для Климасика с любовью. Объедение. Еще топленое масло ги. Как будто такой карамельный вкус немного придает. Здесь просто хорошо промытое пшено. Много раз. Потом, когда оно закипает, я опять его промываю хорошенько в воде, чтобы пену всю снять. А можно даже замочить на ночь, чего я не сделала. Хорошенько подсолила морской солью. И масло ги. Объедение. Клим смешно сидит в туалете и кричит: «Только без меня всей семьей не кушайте, подождите меня». Ждем его. Не едим. Собираюсь готовить суп харчо, такой с томатной пастой. Саня просил, он любит такую томатную картошку, начистила морковь, чеснок. Параллельно, пока Вова спит, смотрю, как обычно, школу здоровья Михаила Савитова. Многие спрашивают, какие видео смотреть. В Инстаграме мне пишут. Вот я смотрю «Школа здоровья Михаила Савитова». Я сейчас на 33-м выпуске, все никак не досмотрю, но, знаете, выбираю самое удобное время, чтобы внимательно слушать, потому что все, что он говорит, очень-очень важно. Более тяжело. Поэтому я, конечно, сторонник именно голодания, как я говорил в прошлый раз, когда вода употребляется до... Нет, заболевание, это уже полный абсурд, потому что уж что-что, а отеки и возможные воспаления, они-то приглубленные боли, которые связаны со спазмом сосудов. На этот спазм еще можно как-то влиять. Но чаще всего головная боль связана не со спазмом сосудов, а с интоксикацией. Хорошенько промываю рис. И человек просто согласен, я с этим утверждением. Я тоже обращал внимание на этот момент. Это когда есть как сосудистая стенка была, и то у сосудистой стенки уже находится сокращение. То есть не есть внешняя оболочка. Ну вот, прошу так, если вы сейчас добавляю немного кавказской приправы. Потом универсальной приправы. Пахнет очень вкусно. Половина томатной пасты я отлила в баночку, и вторую половину выливаю сюда. Отправляю в суп, как он называется, не базилик, а
Как называется вот эта трава, забыла, которая для харчо? Да уж. Как же ее? Чабрец в голове сидит. Базилик нет. Базилик. Теперь добавляю чеснок. Не базилик, нет? Нет. Получился супер ароматный, остренький супчик. Пахнет безумно вкусно. Лук я потом вытащу. И рис еще добавлю каждому в тарелку. Клим попробовал супчик. Какие у вас могут быть дела, кроме нас? Да уж. Шучу я, шучу. Пока. Пока. Как вытри ему рот? А, ему не руки надо просто. Смешно у тебя, братья? Да ты сладкий. Бабосик, дай ему какую-нибудь игрушечку. На! Звездочку. На! Меняемся. Я тебе это, а ты мне это. Смузи для Сани приготовила. Как дела на работе? Все в порядке. Сахар сладкий. Ах, да? Ты бабуси. Чего он вдруг уже плакал? К тебе хочет. Как так получилось? Рыжий залез к жнецам. Ватку, ватку! Да не некогда кричи, не ватку! Кричи, не кричи. Ватку! А ватку. Как это могло случиться? Я щельку неправильно закрыл! Ватку, ватку! Так ты, если будешь неправильно закрывать, они вообще сговорятся и нападут на нас ночью. Давай, бери палочку ушную. Устроит заговор. Не паникуй, Клим, все нормально. Клим, а что если это заговор? Заговор против человечества. Давай! Девушные палочки. В давай, комнате. Давай. Ты чё это? Не успел зайти? Решил покраситься. Боже, ребенок не выспался, называется. Что за срочное дело у тебя? Не поужинав, покрасила? Я там помазал, и сразу решил. Волнует, не надо ему ничего, он хочет быть только рядом со мной. Это суп. Еще у нас один папкин сын. Суп харчо. Харчо.
Ух ты, какой острый. Нормально, а что такой острый? Ну а вот спешл, Степан? Спешл for you. Угу. Только я его буду есть с такой остротой. Нет, Клим чуть-чуть поел. Я поела, бабушка Лиза ела. Да. Покажи, как ты его ел. А то папка не верит. Сейчас горит. Только спокойно. Спокойно, спокойно. Все, прошло? Бабусику понравилась коробочка. Тима хорош. Что получается? Пусть он сам читает задание. Хорошо? Он умеет читать. Я тут маме собрала супчик харчом, чтобы она попробовала, потому что на ночь она не ест. И капусточку. Мальчишки уже так хорошо играют вместе. Почти что вместе. Да? Бабусик, тебе весело? Ой, я спать собралась тебя забирать. Приклеить надо. Вот смотри, вот. Ой, нет, такой мелко не приклеишь, Климось. Да ладно, брось. Давай выкину. Климось, вот это ты, только. Да, ну да, вот это вот мелко. Сейчас тебя вообще не видно. Где ты? Смотри, как интересно бабусику. Пиотиси бегает с Костей. Отодвинь сына. Вовчику интересно, что ты там делаешь. А, он сейчас сам догадается. Давайте фото.